В Гомеле сегодня прошел первый областной юношеский турнир памяти тренеров по вольной борьбе Гомельской области. Мемориал посвящен четырем наставникам – Валерию Кожемякину, Николаю Кондратенко, Станиславу Горло и Леониду Харкевичу. Каждый из них внес весомый вклад в развитие борьбы в регионе и стране в целом. Среди их воспитанников – призеры чемпионатов Европы и мира и Олимпийских игр. Сергей Смаль, который тренировался под руководством Валерия Кожемякина и добрался до олимпийского пьедестала, сейчас сам уже заслуженный тренер – и воспитывает спортсменов мирового уровня. Опыт наставника помогает. Я даже сейчас работаю тренером, что-то вспоминаю, что делал он, что-то добавляю свое, что он со мной, как говорится, экспериментировал, делал то же самое, я пытаюсь притворить в жизнь. Участие в областном турнире памяти тренеров по вольной борьбе приняли юные спортсмены из нашего региона, а также из России. Организаторы уверены, что мемориал станет традиционным.